Всем привет! Сегодня мы будем собирать пазлы. Пазлы из какой серии-то? Не знаю. Не знаешь? Про дюймовочек. Дюймовочек? Ну, давай будем открывать, да соберем, да? Еще у нас вот есть такое яичко. Пушистые истории, да? Королевские питомцы. Вот один питомец нам попался. Вот такой. Крыска вот такая. Да? Полиночка сама умеет собирать пазлы? Помощь нужна будет моя? Давай, покажи ребяткам, как ты собираешь. Все переворачивай сразу. Без картинки будешь собирать? Ой. Маленько помочь тебе? Нет. Не надо, сама будешь. Собирай, собирай. Грибочки можешь собрать. Не подходит, что ли? Только вот этот. Вот, крайний, смотри. Угловой. Вот. Маме музыка понравилась, по два раза слушает. Уголок вот он. Не тот. Забыла.
Молодец. Покажи, поверни. Получилось, да, красиво. Класс. Будем открывать яичко? Давай, в сторону. Не, пусть он вот так и лежит, рисунок. Вот, собирай. Тихонько пальчик не порежь. Давай, помогу? Давай. Где там краешек? Отрывая прям эту упаковку. Ну, давай я помогу. Вот, сдирай прям ее, выкидывай его. Давай нажму. Держи вверх. Вверх держи. Оп. Питомец улетел. Кто там у нас? Конфетки, как обычно, конфетки дают. Еще колбочка там есть, что ли? И наклеечка есть. Пусть лежит. На серединку жать, давай нажму. Держи, лови, лови. Оп. Кто это? Кто попался-то тебе? Ой. Плакат тут красивый, да? Такой плакатик. Милашка у нас тут лошадка есть, жемчужина, крошка, султан, тыковка, ягодка. Кто нам попался? Кто это? Милашка, покажи мне ее, где она? Нет, свою-то покажи, давай покажем. Ребяткам, это кто, Милашка? Нет? А кто? Два таких замечательных. А куда ты ее будешь клеить? Это кто нам? Милашка попалась, Поль? Или нет? Ребята, напишите в комментариях, кто это нам попался. Кто такие? Вот эти два, что за питомцы? Ну, кошечка, а вторая тоже кошечка. Кошечка? Это скунс какой-то. Скунс? Нам ребята в комментариях напишут, кто это, да? Ну а наклеечку куда будешь клеить? Подожди, подожди. А, на плакат надо столь клеить? Да? Да. Это убирай. А, уберу. Вот на собачку. Ага, это мордочка собачки? Угу. Точно? Давай, приклеивай. Да, тут у нас такой... Интересненький такой листочек, да, с картинками. На них нужно приклеить мордочки питомцев. Нам попалась тыковка. Тыковка? Ну, фотография тыковки у тебя, наклеечка. Принц подарил Золушке маленького щеночка. Тыковка оказалась настолько очаровательной и изящной, что ее пригласили на королевский бал, где она весь вечер танцевала со своей хозяйкой. Папа, помоги. Никак? Держи. Так это, наверное, не наклеечка. Или наклейка? Наклейка.
Оторвала? Оторвала. Давай, приклеивай. Наклейка тыковки, да? А кошечка совсем другая. Скунс какой-то. Ну, ребята нам напишут в комментарии. Молодец. Покажи-ка. Всем питомцев. Да, мы всех соберем. Вот такой красивый щенок, тыковка. Класс, да? Ну, молодец. Что, ну на. Молодец. Да не сворачивай, мы сейчас прочитаем про остальных питомцев. Хорошо? Ну, конфетки, конечно, попробуешь. А где мне ножницы? Ножницы? У тебя же они были. Ну все, будем говорить ребяткам пока, наверное. Пока-пока. Ну сюда-то смотри. Ставь лайк и подписывайся на канал Мисс Поля. Пока-пока. Пока-пока. Мам.